Ну что, по традициям бой, парни, которые связали свою жизнь с военной профессией, эти ребята служат или служили. Справа, модный парень. Плохой парень, так он себя назвал. Давай, скажи пару слов. Плохой модный парень. Бэтбой. Да, меня зовут Арсен. Здесь случайно, в Нью-Йорке. Ты знаешь, что твой оппонент, парень, с Донбасса? Тоже служил? Не имеет значения. Ну ладно. Какой вид войск? Короче, ремонтировать. Все понятно. Что, ремрота? Танки ремонтируешь? Неплохо. Парень на Т-90 приехал, наверное, за углом стоит. Держи, Донбасс. Давай. Всем добрый вечер. Спасибо, что все собрались здесь. Надеюсь, покажем хороший бой. Прозвище какой будет? 4 единицы? Да, 4. Почему? Единицы. Ладно, все. Ну что, поехали. Бой в стиле армейских боев без правил, которые мы проводим регулярно с ДАСАФ России. Как говорится, внесли немножко красоты. Парни на середину. Итак, уважаем друг друга, деремся честно, активно. Меня слушаем внимательно. Руки уже пожали. Разошлись по углам. Готов? Готов? Поехали! Следующая пара готовится. Иван Евтихов и Михаил Мамонтов. Это был прямой Т-90, по ходу дела. Полежи, не вставай, да. Еще раз давай, спринг Иван Евтихов и Михаил Мамонтов. Кто-то сел быстрее, посиди, в общем-то, взял микрофон. Посиди, не вставай. Ты просто как снаряд запустил в стратосферу. Возможно, Грег, это самый быстрый нокаут на стрелке, да? Один удар. Друзья, это жизнь. Как в грозу молния сверкнула, и случилось нежданное. Ты спросил, вот она победа! Аплодисменты! Пожали руки друг другу, парни! Давайте, ребят, идите вправо, скажите пару слов. Залезайте. Это было давай, молниеносно. Давай. Арсен, ты заряжался на такой быстрый бой? У тебя там поезд ждет дальше командировка. Арсенчик на горилле зарядился. Я изначально знал, что я проиграть не могу. Передать можно все, что угодно, спеть песню, рассказать анекдот. Хочу передать привет маме, папе, да, это самое главное, и своей жене, у меня три маленьких сына. Поэтому это все... Так, поверить хотел бы для себя, но для них. Отлично получилось, пусть еще в командировке, залетай к нам. Аплодисменты, кто успел увидеть этот нокаут? Я лично не успел, объявлял других бойцов. Что случилось, дружище? 4 единицы. Бывает такое. Конечно. Бывает такое. Это жизнь. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Готов снова выскакивать? Сегодня? Не-не-не, ну давайте не борщить. Все, спасибо, отличный бой. Мог быть, будет в следующий раз. Спасибо тебе, приходи снова биться. Итак, следующие бойцы, почему еще не в ринге? Я